Окей, хэк, хэк, хэк. Yes, yes. Говорить абсолютно не умеет ни двигаться, ничего, но у него есть ВХ. Насчет АИМа не уверен. ВХ можно попробовать обыграть. Привет, с вами GetLight. Что может быть тупее читера с ВХ? И я верно поставил вопрос не кто, а что может быть тупее? Это видео будет очередным доказательством того, что если человек криворукое чмо, то ему даже через стены будет видеть бесполезно. Читеры, конечно, дауны еще те, но именно благодаря этому маленькому человеку ролик получился намного интереснее. Приятного просмотра. Хотя нет, давайте для начала узнаем, что разыгрываем в этот раз. Как бы и так понятно, что при переходе по моей ссылке идет бонус пополнению, и на сайте много сундуков, но нас интересует именно мой кейс, поэтому открываем. И открытие не окупается, зэшка. А, нет, 300 рублей. Но все равно не окупается, поэтому мы будем разыгрывать это в группе, а не в инстаграме. Нормально, ЦЗшка 100 трековская, ничего себе, у меня такой даже нет. Пост с розыгрышем появится завтра перед стримом. Для участия нужно будет всего лишь поставить лайк. А ссылка на группу, где будет розыгрыш, и сайт Just Case, где открывали, будет в описании. Вот теперь приятного просмотра. Голос на Шога похож? Ты вначале такой говоришь, я такой, чё, шок, чё за херня? А, не-не. Ну, на самом деле, да, реально похож. Так, в чат спамим сразу вот этой, конфига моей профессиональной. Да, сразу можно жестко начать. Андер убил. Короче, я не понимаю, почему говорят играть много каток, потому что за одну, типа, патруль не забанит. Как тогда патруль выбирает, какую конкретно катку отправлять в патруль? Что за бред? Кто шарит, напишите, закреплю коммент или лайкну. Короче, что будет. Вот так вот выходим префом, и все. Ну как бы в патруле сразу скажут, нихуя себе. Там был тип! Все. Все. Как в Андре сейчас теперь, смотрите, оп-оп-оп. Все. Да, да. Пиздец. Тихо. А, на кухне. Все. Да, неплохая катка, неплохое начало, в принципе. Шок. Ну это реально шок. Парень был прав. Смотрите. Ёбана рыба. Рыба, ты красавец на самом деле. Ну типа преф даю. Это был неплохой префайр для патруля. Какой тиммейт хороший, господи. Я такого еще не видел. А кто остался? Монстр! Ну шо, монстр против монстра? Это партия, Да, наверное. Заметил его, заметил. Мне здесь невыгодно стреляться. Отходим. Может, он что-то знает про окно? Нормально. Вырвался на первое место. А у меня дайки как бы разрывают. Не ожидал? Бля, вы что, гоните? У зеленого же были дефиза, чего я? Выжил! Один выжил. Вообще не дают ничего здесь сделать. Вау. Сквозь воду и огонь. Летим, Аумина. Вперед. А, если что, Аумина это спорт, а есть еще киберспорт. А малыш о киберспорте знает все. Подписка обязательно в описании. Прогнозы как бы топовые. Погнали. Дайте убить кого-то, умоляю. Флики без ножа не флики, а на самом деле ножа нет. Поэтому как бы, понимаете, да? Реально гранату тремя пальцами держит, это пиздец. А чё у меня перчаток нет? Что за херня? Постоим, типа, что-то настраиваем. На самом деле мы действительно что-то настраиваем. Сильверы умеют разводить на выстрел, представляете? Что это такое? Нормально. Смерч. Сразу говорю, этот фаер бесполезный, который они отдают. Минус смерч. Минус девил. Ничего себе, что за стак? А третий, где последний? По-любому должен быть на. Идем next. Ла-ла-ла. 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 На разминке все мы герои, правильно. А в игре пиздец наступает. Далее, далее, что у нас далее? Далее у нас вантап должен идти. Понял.
Вот эти молотовы меня буквально заставили сидеть в той позиции, на которую я сейчас вышел. Поэтому, как бы, да, оставляйте пацанов в детстве так, как вы хотите, и это будет хорошо. Второй будет? Второй, реально? Попал же, блядь. Я видел тебя, я видел ногу твою. Давай возвращайся. Ну, можно и так, в принципе. Могут. Ничего себе, слышишь, что за пацаны из Ивсон. Ну, можно и так. Бум, все слепые, мой фраг. Ха-ха-ха-ха, репортят. Ну вот, поехали, заебись, замечательно. Зарепортили, пиздец, помогите. Такой, сука, у нас заряженный. А я мираж ставил, что за хуйня? Бля, они серьезно настроены, это плохо. Что это за херотня такая? У них вообще прайм только одного есть. Не, прайма нету. И что? Получил поебал. И план ставить пошел. Ну, это было близко. Ладно, давайте быстренько закончим эту игру, потому что кэшить я вообще не собирался. Второй раз подряд. Middle, middle, middle. Ничего себе. Неплохой раунд. Неплохой, красивый, симпатичный. О, можно похавать. Погнали, короче. Yes, yes. Не прямо нету. И что? Ну, этот тип играть не умеет. Но вы понимаете, да, что происходит? Играть абсолютно не умеет, не умеет ни двигаться, ничего, но у него есть ВХ. Насчет Аима не уверен. ВХ можно пробовать обыграть. Давайте будем пробовать. Вандет. Минус читер, минус еще один. Посмотрим, кто сильнее, блять. Долбоеб с ВХ, который абсолютно не умеет играть, или нормальный человек. Сейчас бы на северах подрубали, да, вообще, я первый раз такое вижу. Играть полностью не умеют, только ВХ у них есть. Странно было. Тупо дауны в чате собрались. Сравниваем против читеров. Это, возможно, еще и нормальный человек, но вот этот вот мразота еще там. Контент нашел сам себя, как говорится. Лис, можешь вырубить телек, а то он включился. Отвлекает сильно. Окей, да, пробуем. Пишет, да. РСТ. Let's hold, please. They pushing be always. Они дают смог сюда. Это пиздец. Ну посмотри, какие животные. Два бы я все равно запушила. Они ни разу не давали это смог. Это пиздец. Найс. Найс.
GG, guys. Вот парень непонятно зачем подрубил ВХ. Не понимаю, кстати, почему только ВХ. Может, он еще и с Аимом проиграл. Но ВХ точно было. Проиграть, используя софт, это сильно. Это сильно. Но даже если бы ему это помогло, что бывает в большинстве случаев, да, то вырубает софт и все, он ни на что не способный игрок. Но я понимаю, играть-то хочется, игра-то нравится. Победы вот эти всякие. Говорят, многие читеры не любят КС, так не играйте, блять, в чем проблема? Короче, читеры Сасаки, а с вами был GetLight. До скорых встреч.